Спустя полтора года после взрывов боеприпасов в Жамбылской области нашли останки без вести пропавшего военнослужащего. Их принадлежность подтвердила экспертиза, а анализы также совпали с ДНК родственников. Похоронная процессия пройдет в родном ауле сержанта. У Бауржана Даутбаева осталось пятеро детей. Последний сын, к слову, родился уже после его смерти. В Минобороны пообещали оказать необходимую помощь семье. Напомню, в конце августа прошлого года в Байзакском районе прогремели взрывы воинской части. Затем последовали крупные пожары. В результате ЧП погибли 17 человек. Семье погибшего будут выплачены расходы на погребение, единовременная компенсация в размере 5-летнего денежного содержания по занимаемой должности. Также предусмотрена выплата для приобретения жилья. Кроме того, будет оказана помощь в обучении и трудоустройстве детей погибшего.